Внимание всем отрядам! Нужно зачистить посадочную площадку для приземления Ганнибала. Роудс, прием! Есть, сэр! Роудс, немедленно сюда, ты мне нужен! Уже иду, сэр! Слэдж, ты со мной! Гейн, бегом к посадочной площадке! Удачи! Экраны работают нормально. Повторяю, посадка завершена. Добро пожаловать на борт, ребята.
наш. Пока можете осмотреть корабль. Пройдите в камеру для дезинфекции. Начальник смены Хаммонд, немедленно пройдите в отсек 8D. Ничего себе! Их броня не выдерживает прямого попадания. Вот так. Чуть левее. Назад. Из какого оружия назад. Строги наносят и стоп. Так. И в чем проблема? Тыловые щиты не... Проверь главное. Так, приятель, пора поубивать на тебе заразу. Начинаю подачу трихлорида и сифтазина. Камера заполнена. Продувка камеры. Дезинфекция завершена. Строгов прихлопнули. А так все тихо, как на кладбище. Надеюсь, так и дальше пойдет. Рядовой Марк Лоренци, пройдите в медицинский отсек 3. Говорят, механики готовят 4 грузовика. И что это значит? Не знаю. Строги блокируют сигнал. Но противник движется прямо на парней из Пумы. Жаль, но тут ничего не поделаешь. Тогда у них нет никаких шансов. Конец связи. Все, как я говорил. Да. Нанороботы, вживленные в мускулы, восстанавливают ткани после ранений. Только что сообщили. Нас отправляют на огневой рубеж. Похоже, начинается масштабное наступление. Механики готовят бою всех. Вы Мэтью Кейн, да? Да ну! Я видел, как вас привезли с орбитальной станции Армстронг. Тому, кто его прикончил, нужно дать медаль и несколько лет отпуска. Кейна придумали, чтобы пугать новом... Лейтенант Восс, пройдите в 8-й зал для инструктажа. Получили ваши координаты. Отлично. Так где мой отряд? В 3 километрах от вашей позиции. Сообщите им, что я возвращаюсь. Вас понял. Спасибо. Конец связи. Посмотрите на это. А не это... Не получится, Джейкобсон. Экзоскелет из армированного трибиния. Теперь все ерунда. Понятно. Ерунда. Эти пилы разрезают броню наших солдат. Значит, и с этим справятся. Надо просто посильнее. Церемония можно... прощания с полковником Уэстмором состоится в 8:00. А он точно мертв? Лейтенант Пирс уверял меня. Здесь. Помните, что случилось утром? Его тоже считали мертвым. Разумеется, помню. Зато у НП-6 и НП-7 есть компенсаторы. Я знаю. Но ты почитай инструкции. У СК-1000 есть еще... Капрал Кейн, остальные бойцы вашего отряда уже на месте. Проходите. Кейн вернулся. Ты чего? Кейн нормальный парень. Садитесь. Отряд Носорог. Все, что вы сейчас услышите, совершенно секретно. Обсуждать эту информацию с кем-либо запрещено. Гибель Макрона
оказалась для нас очень своевременной. Мы собираемся развить наступление. Для этого мы спланировали следующую операцию. Лейтенант Восс, вам слово. Разведка выяснила, что у Строгов есть глобальная система связи — Nexus. Через него командиры передают приказы бойцам. Nexus координирует силы Строгов и поэтому является их ахиллесовой пятой. Джентльмены, мы собираемся атаковать центр связи с Нексусом. Наш отряд должен доставить электромагнитную бомбу на нижний этаж здания. Как только мы окажемся на месте, мы взорвем бомбу. Электромагнитный импульс уничтожит устройство под названием «Тетраузел». Войска Строгов потеряют связь с командованием. Чтобы гарантировать успешный исход операции, к месту назначения отправятся еще три таких же конвоя. Их позывные — «Война», «Голод» и «Чума». Значит, мы — смерть. Да, мы — смерть. Вопросы есть? Конвой скоро отправляется. Позаботьтесь о своем снаряжении. Разойтись! Рядовой Марк Лоренци, пройдите в медицинский отсек 3. Одной рукой держит раненого на плече, другой стреляет из автомата и при этом еще приказы выкрикивает. Каком он был отряд? Эй, солдат! Держи! Это увеличенный магазин для автомата! Частоту 461. Вас понял. Переключаюсь на 461. Ганнибал, мне нужна помощь! Кто вы? У меня нет сигнала от вашего медчипа. Капрал Томас Альварес. Капрал Кейн. Вас ждет конвой. Спускайтесь. Вся техника для отряда «Бизон» должна быть на ходу через 4 часа.